С вами компания «Литермотор». Мы сегодня снова в мире Метаба. И на примере угловых шлифмашинок Метаба я вам расскажу, что делать, как обслуживать, чтобы ваша шлифмашина прослужила 10 лет и более. Так, берем каких-то две шлифмашинки. Взяли V650-125. И взял я шлифмашинку. Сейчас скажу вам. Ага. Буду тут подсматривать. VEV-11-125. Их уже ранее брал. В общем, давайте на примере этих двух шлифмашин расскажу вам, как обслуживать, чтобы данная машина прослужила 10 лет. Поехали. Итак, первое, для того, чтобы ваша машина работала долго, ее нужно правильно подобрать, понимать, какие у вас задачи, какие машины есть. Вот эта машинка у нас самая простая, комплектуется самым простым двигателем, стандартным, Long Life. Предназначена она для повторной кратковременной работы, то есть не для постоянной. Двигатель не предназначен для постоянных нагрузок. Кроме того, если вот смотреть по данной машине, мы видим, что здесь ток, максимальный ток, указывает Метаба, 2,8 ампера. Если вы, ну есть видео даже на YouTube, мы видели на тренингах, если вы просто включите данную машинку на холостом ходу, ток будет выдавать 1,4-1,5 ампера. То есть вы... Такая машинка предназначена для небольшой зачистки. Если вы ее чуть-чуть нажмете, токи уже будут зашкаливать. Токи будут зашкаливать, будет греться у вас ротор. Будет греться ротор, на нем начнутся необратимые процессы. Причем очень многие клиенты приносят сервис, и сервис им отказывает. Почему? Все ротора у Метаба покрыты специальным прозрачным лаком. Если машина испытывала перегрузки по току, то ротора становятся белыми, белеют. И сразу это первый признак, что машина перегревалась, использовалась перегрузкой. И даже вам не то, что 10 лет, даже 3 года вы не отработаете, даже не сработает гарантия. Значит, первое, правильно подобрать машину под ваши задачи. С этим разобрались. То есть бытовая для бытовых нужд, профессиональная для профессиональных нужд. Второе, вам нужно, когда вы уже купили свою машину, это зарегистрировать на сайте. Мы, допустим, нашим покупателям сами регистрируем машину. Регистрация на сайте позволяет получить 3 года гарантии. Это первое, что вы должны сделать для того, чтобы начать работать с машиной. Правильно подобрали, купили. Теперь смотрим по самой шлифмашине. Давайте будем их ее от снизу вверх, чтобы я ничего не забыл. Снизу у нас вилочка. Значит, вилочку тягаем не за провод, а вот тут есть специальные такие две штучки, за которые тянешь и вытягивает. Да, сложно наклоняться, да, многие из нас толстенькие, у многих есть мозоли в виде животика, но я говорю, как оно есть. Второе, провод. Нельзя провод наматывать на машину. Вот. Кому на объект не приезжаем, кого не смотрим, провод наматан на машине. Провод должен смотан быть вот так. Если мы будем наматывать на машину, вот здесь по-любому будут изломы, и 10 лет ваша машина не прослужит. Так, идем дальше. Тут у нас угольные щетки. Значит, замена угольных щеток и замена масло в редукторе. Это две операции, которые происходят одновременно. То есть одновременно меняем щетки, нужно заменить масло, смазку, боже, смазку в редукторе. Причем, обратите внимание, многие там, я видел даже на YouTube, многие умельцы рассказывают, что литол и побольше. Основное предназначение смазки в редукторе – это не смазка шестерни, а это отведение тепла от шестерни. Смазка здесь специальная такая,
смеси желтого цвета, такая она жидковатая, и объем ее тоже именно ограниченный. То есть не надо напихивать эту смазку полностью, чтобы она со всех щелей ее выгоняла. То есть если вы разобрали редуктор, посмотрели, смазка стала черная, она индикация о том, что ее уже пора менять. То есть при тепловых нагрузках смазка меняет цвет. Значит, меняем щетки, меняем смазку. Значит, что еще первое, что нужно знать? Значит, помимо того, что используем болгарку, правильно подбираем, используем ее по назначению с свойственной ей оснасткой. Диск. Запрещено использовать болгарку без диска. Часто диск в сторону, а еще побольше оснасточку сюда налепили, вместо 120-го, там, 125-го, 150-го, еще больше круги. Такое делать нельзя. Часто сервис говорит, пришел в сервис болгарка, диск девственно, как они говорят, чистый. То есть машина ухайдоханная, диск чистый. О чем это говорит? Что использовалось без защитного диска. Использовать без защитного диска запрещено. Кроме того, если вы будете использовать без защитного диска, например, вот эту немецкую, вот здесь вот у нас снизу есть дата выпуска, серийный номер. При использовании без диска это может стереться, и вы четко это не увидите. Следующее, самое слабое место, из-за которого ваша угловая машина выходит из строя, перегревается у вас статор, перегревается ротор, начинается перегрев, пробой изоляции и всякие плохие вещи. Что с этим делать и как с этим бороться? Значит, первое, если вы работаете по бетону, делаете резы по бетону, если вы работаете по волокнистым материалам типа дерева, используйте специальные фильтры, которые одеваются сзади. Понятно, что никто из наших людей не покупает эти фильтры. Берите чулки у ваших вторых половинок и вот здесь закрывайте. Закрытое здесь чулком отверстие в два раза продлит вашу жизнь, вашей угловой шлифмашины, если вы работаете по таким материалам. Вообще машина очень боится статорота, боится абразива. Абразив — это песок. Песок — это на что? Это кирпич, это у нас цемент. Значит, что рекомендуется? Если, конечно, у вас хоть немного руки стало места, раз в 3 месяца раскрывайте, удалили щетки, на YouTube миллион видео, открыли щетки, сняли редуктор, достали ротор из статора. Продуйте компрессором все каналы, воздуховоды. Как только они начинают забиваться, сразу же портится аэродинамика, машина начинает перегреваться, и машина начинает выходить из строя. Даже сам сервис рекомендует производить такие процедуры. Я не рекомендую, как бы, там, если вы видите какие-то сколы на якоре, там, делать какие-то нанесения лака, потом я видел там нанесение бокситки смол, это уже высший пилотаж, это должен делать сервис. Но продуть, прочистить свою машину для того, чтобы она работала 10 лет, надо однозначно. В принципе, это такие базовые вещи, делая которые вы в разы продлите срок жизни своего инструмента. А вообще смотрите какие-то обзоры на YouTube, учитесь, черпайте. Следите за своим инструментом, держите его в чистоте, и он послужит вам верой и правдой. В любом случае, любой фирменный инструмент свою гарантию выходит на ура, и практически, если им работают правильно, если его не перегревают, не перегружают, в сервисный центр он не попадает. По вопросам покупки инструментов Метаба можете обращаться в нашу компанию «Электромотор». 90% нашей компании — это постоянные клиенты, которые хотя бы один раз обратились, получили классные условия, получили нормальную консультацию и остаются все время с нами. Поможем подобрать инструмент, разобраться в инструменте, поможем выбрать именно новинку, не какую-нибудь застарелую, подберем оснастку, дадим какие-то рекомендации. С удовольствием общаемся со всеми. Также у нас есть в программе съемка с мастерами, с людьми, которые используют. За такие ролики мы еще доплачиваем,
кроме того, мы бесплатно в таких роликах рекламируем ваш бизнес. То есть, допустим, если вы занимаетесь там деревообработкой, можно приехать к вам, поснимать, дать какой-то инструмент на тест, сравнить, сделать такие обзоры, услышать ваше мнение непосредственно как пользователей. Это все нам нужно, мы к этому призываем. Звоните на любой контактный телефон компании, спрашивайте меня, любого человека, скажите, хочу, чтобы человек с видео приехал ко мне, взял с собой там инструмент Метаба, я хочу потестировать, посмотреть, попробовать в работе. Это все бесплатно, поэтому звоните, всегда вам рады, хотим с вами общаться. Компания Травмотор, 530-38.